Спектакль «Сказка старого фонаря» – новогоднее представление для учеников гимназии. Этот подарок для детей подготовили родители. Все от написания сценария до разработки декораций и костюмов создавали сами. Родители очень дружные, сразу включаются в работу. Образ хлопушки, костюмы все вручную. Но вообще, мне кажется, очень здорово, когда коллектив дружный, родительский, когда все объединяются, ставят такие замечательные спектакли, как мне кажется. Все счастливы. В прошлом году в спектакле играли только взрослые. В этот раз гимназисты убедили родителей, что без их помощи не обойтись, и часть номеров взяли на себя. Больше родителей, конечно, изначально планировалась сказка для детей, но потом все-таки мы решили, что детей мы в этом году присоединим, потому что им тоже очень хочется, репетиции они слышат, видят, глаза горят, мы не смогли им отказать. Я репетировала очень долго, может быть, месяц-два. Я очень старалась, чтобы зрители смотрели на меня с восторгом. На спектакль «Новогодняя сказка» мы будем... Мы много разных персонажей. Там есть старый фонарь, и он рассказывает историю. Мы очень долго готовились, нам приходилось здесь готовиться до 10 часов вечера, но мы все время не уставали, тренировались. Для некоторых родителей это первый выход на сцену. Актеры признались, что пришлось потрудиться над созданием образа. Сложнее всего было справиться с волнением. Побороть его непросто, особенно в тот момент, когда ты стоишь на сцене. Открывается занавес, и на тебя устремлены взгляды всех детей. Страшно, волнительно, но в то же время очень хочется сделать приятное ребятам. Я считаю, что это очень важно, потому что в процессе образования у нас три составляющие. Это родители, педагоги и дети. И поэтому то, что родители так активно участвуют во всех наших мероприятиях, во всех наших праздниках, это только здорово. И дети гордятся своими родителями, и родители живут с нами одной жизнью. Хоровод снежинок, волшебный фонарь, госпожа Зима, снежная королева. На сцене гимназии развернулось настоящее представление. Сложно понять. Верить, что в главных ролях непрофессиональные актеры. Родители отыграли на отлично. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».